Задвижки у нас на сегодня держат, даже все нормально задвижки. То есть замены не требуется. Екатерина Блащинская, начальник участка многоквартирных домов в городе. В ее распоряжении около 40 домов от Почтовой до Ленинградской. В обязанности руководителя входит проверять, как проходит подготовка к осенне-зимнему периоду. Сегодня проводится у нас замена старого утеплителя на новый, манометры меняем где надо и проводим промывку от системы отопления и гидравлические испытания. Теплоизоляцию на трубах поменяли, тепловой контур дома, куда входит остекление и межпанельные швы, проверили. Ну, сам дом 84-го года постройки. Мы с вами присутствовали на проведении гидравлических испытаний. То есть это когда в систему отопления закачивается определенное количество воздуха, и система должна, соответственно, все это держать. Не должно быть никаких утечек, никаких прорывов. В Солнечногорье к осенне-зимнему периоду готовится на 1171 многоквартирный дом. Гидравлические испытания уже прошли в 750 домах, а это 70% жилого фонда. 100% готовность к зиме должна быть выполнена к 15 сентября. Екатерина Косевич, Олег Макаров, Дмитрий Кузякин. Наше время.